Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, задание дня, невероятные события. Давай посмотрим, что у нас там такого невероятного. Классика жанра, банановый сплит против бочки с бородатыми капитанами. Будет громко. Значит, я буду играть за бананой, да? Или нет? Посмотрим. Угу. Окей. Так, что-то здесь не то. Давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. О! Хиляшка, это мне пригодится. Ну что, поехали. А, секундочку, мы можем с тобой взять две карты. Мята. Да, сейчас, конечно, будет тут погром. Капитана мы с тобой, наверное, уничтожим. Я надеюсь на это. Если, конечно, у этого нету капельки. Капелька, ты сам знаешь, да? Которая может уничтожить. А, вот как. Вот ты как сделал. А я тогда... Блин, если я поставлю мяту, естественно, он сиганет за ней, да? Пока нет смысла, друзья мои, наверное, выставлять. Придется пропустить мне ход. Так, два банана сейчас получится у нас, да. Ах ты гаденыш. Все, ребята, мы его убрали. Будем надеяться, что у него нету больше вот этого охотника. Вот как, да, делаешь. А мы тогда начнем с тобой потихонечку прокачивать нашу мяту. Совсем-совсем потихонечку, ребята. Сейчас будет сколько? 2-4 у нас, да? Он, естественно... Щет. И прикрыть-то я никак не могу. Твою дивизию. Блин, никак не могу. Ладно, сделаем вот так вот. Блин, он же сейчас будет доборы делать, а? Сейчас будет карты добирать. Шлепок несчастный. Так, что дальше тогда мы с тобой будем делать? Сюда он еще переместился. Нифига ты оборзевший, я смотрю, вообще в корень. Выстрел, да? Если я сделаю 2 и 3. Поехали, короче. Так сделаем. Так, этот... А, они тут оба охотники, да? Можно кого-нибудь... Блин, да это жесть какая-то. Почему этот-то не пошла? Ладно, фиг с ним. Главное опять в лицо зарядить. Это, конечно, будет сейчас доборы делать свои. Никчемные. Так, у нас с собой мало здоровья. Нам надо, наверное, все-таки призывать. Кого? В кого ты тут еще метишь мне? Поехали. Захиливаемся, короче, потихоньку. Куда ты там бежишь? Ну, ему крышка, ребят. Или куда он сейчас? Сюда переместится, что ли? Да он заколебал уже туда-сюда, блин, юлить. Так, ладно, я буду надеяться, что у меня сработает защита. Что он там делает? Вот так вот, да, значит. Ага, погнали. Так, одно хп у него осталось. Так, ребят, мы сможем с вами поставить защитника. Да этот капитан меня уже как-то особо... Блин. Ну да, в принципе, ничего страшного. Поехали. Блин, у него защита же сработает. Смотри, что творит, а? Вот вонючка мелкая, а? Главное, этого хмреныша уничтожили.
У нас есть с тобой банановый сплит. Сейчас посмотрим. Ничегошеньки он не стал делать. Я тогда, наверное, все-таки сделаю... Вот так. И, наверное, вот так. А там уже посмотрим. Уничтожает, да ё-моё. Че он тут мутит-то, я не могу понять. Так, банан, давай, бомби по нему. И все, я думаю, что мы его уничтожим. Интересно, я уже думал, там у него что-то нифиговое такое есть. Начал по мне атаковать здесь. Да, друзья мои, победа за нами. Все отлично у нас получилось. Нанести 20 единиц урона героям заморозгом. Разыграйте 3 боба. Че себе тут у нас финтифлюшки. Ну что, ребят, попробуем сегодня, я не знаю, перейти, наверное, на 33 ранг. Последнее время... Подожди, последнее время я тут веселился за разных... Вот, например, неплохо у меня получалось играть за бесячество. Ну и, естественно, за разгром. Так, дай-ка я посмотрю, какой это разгром. Потому что у меня много тут колод с ними. Ну, можно попробовать, в принципе, и за этого разгромчик сыграть. Поехали. Не уверен, конечно, что... Мы сможем победить, причем здесь против нас идет зубостизила. Ладно, глянем. Так, что бы нам... Ну, оставлю пока все. Соперник вытягивает карты. Сейчас посмотрим, какой еще у меня суперудар здесь достанется. Что-то мне подсказывает, если я выставлю вот этого зомби, он его сразу нахлобучит. Сразу же. Но God Armor. 36 ранг. Вот так вот он начинает, значит, да? Убираем его отсюда. Колода на орехах. Интересно. Давай я вот так вот сделаю. Посмотрим, что он будет тут делать. Ха. Ничего. Это очень интересно. Давай тогда начнем. Вот так вот. Едьте. Блин, фигово, конечно, он карту мне дал. Размещает подсолнухи. Вот так вот. Это к чему? Что он, интересно, хочет здесь заварганить? Но я понимаю, энергию, конечно, хочет накопить. 5 энергии у него будет, да, получается? Как тут лучше сделать-то? Давай вот так, наверное, сделаю. И вот так. О, как. Допустим. Блин. Кого-то уничтожит, наверное, вот этого. А, он делает вытягивание 2 карт. Он делает вытягивание 2 карт. Плохо, конечно, что Йети у меня исчезает, да, и здесь появляется опять этот... А, нет, не появляется. Давай, короче, сделаем вот так вот. И вот так. Могила Йети, мне кажется, у него есть. А, вот он что делает. И вот так.
Куда бы этого-то хлыща нам убрать? Сюда пускай летит. Поехали. Йети, конечно, мы с тобой не сохраним. Это немножечко грустно. Так, 7 энергии, да? Я даже не знаю, что сделать-то. Уничтожает ореху или ягоду? Да ничего я пока делать не буду, ребят. Вот что он делает, да? Смотри. Ну что, ребят, теперь нам в помощь. Вот это вот все. Погнали. Естественно, нам уничтожат вот этого зомби. Вот через эту розу. Так. Сумоист. Так, подожди секунду, как нам тут лучше сделать? Мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Вот так, наверное, и вот так. Ага. Поехали. Да, бой, конечно. Блин, он за счет вот этой вот фигня, ребята. Сейчас он тут насобирает. Черт его кучу, фиг знает чего. Нам его не уничтожить. Он прикрывает специально вот этого хламона своего. Мне его даже не уничтожить своей магией, так скажем, да? Так, сейчас, секунду, подумаю. Давай сделаем вот так вот. И сделаем вот так. Свеклу позвал еще. Видишь как? Позвал свеклу, а у нее еще и прочерк, да? Набрал себе этих. Читосов, да? Давай-ка вот сюда его, пожалуйста, на передний фланг. Погнали. Опа! Друзья мои, кто мне выпал? Ты посмотри. Погнали. Допустим. Розу, да? Вызвал. Окей. Так, естественно, хилы. Как же без хилов? Набрал себе там кучу целую, ребята, этих карт. Вшивых своих. Легендарных, блин. И сидит, что-то выделывается еще. Понимаешь, к чему я? Сейчас хавает его, этого зомбика мне. У него съедает с, да, с самым низким здоровьем. И поверь мне, это далеко у него не последний. Алоэ вера вот этот вот.
находится. Там еще у него есть, наверное, штуки 2-3. Я тогда играл, вообще 4 штуки было. Так, ладно, погнали. Раз. И два. Вот, я тебе говорил. Вот так оно и есть, ребят. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, уничтожим этого. Или кого нам лучше? Этого вздернуть? Да, наверное, все-таки лучше вот здесь вот. Поехали. С этим Алоэ Вера разберемся чутка попозже. 5 в лицо тут, конечно, неизбежно. Так, потихоньку, полигоньку. Ну давай я сделаю вот так вот. Сейчас будет уничтожать. Естественно, сразу психанул. Ну ты посмотри, он набрал чисто легендарных карт, ребят. Вот как вот против такого воевать? Поехали. Да он не нанес мне так, какого хрена вот эта вот фигня, блин, бесит аж, блин. Давай лечи здоровье свое. Ну что тут надо? Тут не знаю, ребят, тут надо и розу, по идее, уничтожать. Так, тренер, да, значит? Давай вот так вот сделаю. Хеллоу. Так, размещай. Пускай он тут свои подсолнухи размещает. Я не знаю, ребят. Надо и этого нахлобучивать как-то. И этих тоже. Давай вот так, наверное, уничтожим здесь. Вирус. Ну давай, вирус потратим. Окей, давай смотреть. Я понимаю, что у него карт мало там все. Но у нас с тобой тоже здоровье из-за меня не пышет. Так, ладно, смотрим дальше. Вирус. Там он энергию забирает, это ладно, это другой отдельный разговор. Так, ставим сюда спортсмена. Ага. Подожди. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Пропустим ход. Посмотрим просто, что он сейчас будет делать, ребят. Подсолнух размещает. Окей. Ага. Поехали. Этому, конечно, крышка, ребят. Роза эта вшивая сейчас уничтожит его. Так, ну, по крайней мере, мы ее убрали. Жалко, не могу второго раза бомбануть. Так, пац... Так, ребята, у него две карты. Мы с тобой ставим Гаргантюа Водяного вот сюда. Нет, даже вот сюда вот лучше его поставлю, да? Так, и сделаем вот так с тобой еще. Посмотрим. Огурец. И вот так вот, понятно, погнали. Он за счет огурца, ребята, хочет сейчас выкрутиться здесь. Так. Блин, ну этого мы с тобой нахлобучим сейчас. По крайней мере, у нас будет с тобой вторая атака.
Ага, меняем здесь ландшафт. Пропускаем ход, смотрим, кого он сейчас вызывает. Страусы. О-о-о-о-о, смотри, 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 что делает. Погнали. Так огурец плечевой. Сколько он этих? У него что там, одни страусы, что ли, ребят, выпадает? Я не могу понять. Да. Ну и кто мне тут... Он же сейчас еще прокачается, да? Ох ты. А вот это, ребята, хорошо, с одной стороны. Поехали. Сейчас будет выставлять, да? Фонарь. Так, что еще? Все, что ли? Ну, со страусами я разберусь. Но что-то меня это не утешает нисколечко. У него-то карт дофига, ребята. Но я до последнего здесь борюсь. Эти подсолнухи дебильные, бесят меня просто. Ну, дайте мне что-нибудь хорошее. А что мне тут хорошего? Мне в любом случае... О, все, ребят. Тут я проиграл. Мне выпал... Ты сам видишь, что мне выпало. Ребят, ну я пытался, я старался из последних сил. Я и так считаю, что здесь, ну, достойно дрался. С одной легендарной картой. Ты посмотри, сколько у него. Он одними легендарными картами себя вооружил. Понимаешь? Страусами, хераусами и так далее и тому подобное. Так что здесь... я просто не знаю. Чудом как-то еще продержался у нас поединок. Но я потерял свое, как говорится, преимущество. Ладно, подожди. Почему-то немножко не та, ребят, по-моему, колода была, мне показалось. Потому что всего лишь один тренер в ней мне попался. Почему? Не знаю. Ладно, давай двигаться дальше. Посмотрим, что у нас тут получится. Вот это мы пока уберем с тобой. И эти тоже надо убрать. Да чтоб тебе, ну... Убираешь одну карту в надежде, чтоб тебе дали какую-то послабже карты. Выдают тебе, блин. Зачем мне этот вот... Извини меня, сфинкс. Или как там? Его величать, блин. Он мне тут нафиг не нужен. Этот тоже что-то там мутит. Не знаю пока, что он там хочет сделать. На чем у него там сделана колода? На горохах или там? В любом случае сделать пока ничего не смогу. На следующем ходу, наверное, выпускаем с тобой... Понятно. На следующем ходу выпускаем с тобой вот этого. Ну да, выпускаем этого. Так, она, по-моему, копирует, да? Копирует зомби. Пока я не буду, ребят, выставлять. Нет смысла. Ты серьезно сейчас? Все, я тебя прекрасно понял. Кто ты, что ты? Горхострел на заморозках. Вот что это такое, друзья мои. Что делаем? Замораживать будет по любасику, да, получается? По любасику. Ну что ж, давай сделаем так тогда. Пускай замораживает. Главное дождаться грушу. А он... Вот, дождались мы грушу. Не то немножко.
Немножечко не то досталось мне. Так, он будет замораживать. Давай сделаю так вот. Это первое, что надо сделать. И сделаем с тобой вот так. Пропускаем. Сейчас будет свои льдинки тратить. Кого он там будет? Этого, наверное, да? Понял. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Есть контакт. Три. Пока не буду тратить. Грушу нужно будет уничтожить по-любому. Так, бомбим. Так, а здесь мы с тобой сделаем вот так. Окей, поехали. Так, у нас есть медик. У нас есть медик. Четыре, да? Давай сюда втюхиваем. И сделаем, наверное, еще вот так. Не самое лучшее, что могло выпасть. Ну, ладно. У него еще наверняка груша есть. Не одна, а там, я не знаю. Ага. То есть чисто пошел на обмен, да? Даже он выигрыш получается здесь, в небольшом. Мне выпадает тренер. Ребят, смотрите, что мы делаем с вами. Раз. Блин, не то немножко сделал. Ладно, фиг с ним. Заморозка будет? Да будет, 100% тебе говорю. Может быть, даже груша будет с заморозкой. С одной стороны, мне выгодно. У него, получается, не выпадает ни подснежник, да? Ни груши. Тем лучше для нас. Погнали. Хоп. Великолепненько. Так. Тут мы с тобой сделаем следующим образом. Вот так. И вот так. Призадумался, да? Горохострел. Вот как делает. Хопа, две заморозочки сверху. Молодец, красавчик. Ну, карту-то мы все равно пропаем. Этого ты не убьешь. Здесь мы обменялись. Так, карту улучшаем. Прекрасно. Ну что, проверим его на прочность или как? Проверим. Сделаем так и посмотрим. И я хочу вот эту защиту поставить сюда. Тогда нет, ребят. Тогда немножко по-другому сделаем. Вот так вот. Твою дивизию. Че натворил? Так, у него горошина наверняка, да, там будет? По прямой. Ничего он такого не стал делать. Ну что, вызываем? Так, и смотрим на его заморозки.
Да ладно. А, рикошет. Он хочет зомбобота мне отрикошетить. Поехали, ребята, ему крышка. А, нет, вру. Какая крышка? Еще пока нет. Еще пока нет. Сделаем вот так. Угу. Наносит 5 единиц. Все, ребята. Тут ему кранты. Поехали. Отыграли мы с тобой один поединок. Блин, офигеть, что так долго? Длинный какой-то бой, 26 ранга. И я с ним так долго тут протютюкался. Да. Ну что, погнали еще разок партиечку. Попробуем с тобой выиграть здесь. Нам дают одинаковый ранг. Но опять же, это зеленая тень. Это тот же самый горохострел. Противный. Но, как всегда. Как всегда выдают мне ерунду. Ну что, у меня вот только второй ход есть. На первом ходу сейчас посмотрим, конечно, что мне достанется. Но я считаю, что тому горохострелу просто не повезло. У него не выпадала груша, у него не выпадали подснежники. Он всю заморозку просто потратил холостую, так скажем. И мне почему-то кажется, что этот горохострел тоже именно на заморозках. Сейчас будем смотреть, так это или нет. Никого пока не выставляет. Я тоже не выставляю. Мне и нечего, если честно. Ну, точно на горохострелах. Сейчас посмотрим, ребят. То есть на горохострелах, на заморозке. Потом, наверное, будем вызывать йетти. Интересно. О как. О как, друзья мои. Все обернулось. Давай я этого уничтожу, к примеру. Вот так вот. И этого уберем отсюда. Может, это какая-то была... Как тебе объяснить-то? Затравочка? Может быть, он специально меня проверяет? Я пока не знаю. Уточка. При нанесении урона растению. Так, плюс один делается, да? Нет. Неужели на заклинашках? Серьезно? Дело дрянь, ребята. Знаешь почему? Шар у меня есть. Если я сделаю так вот, к примеру. Просто хочу посмотреть, будет он сейчас увеличивать, улучшать или нет. В плане. Вот так вот. А вот это уже интересно, ребята. Ха. Таким, значит, ты макаром, да, решил? Вот таким ты макаром, значит, решил, парень, да? Мне нужно 3 оставить по любасику. Сделаем с тобой вот так. Вот так. Просто хочу проверить. Если у него есть, который замораживает мак... Что происходит, я не могу понять. Что тут происходит? Объясни-ка мне на милость. Вот так, наверное, сделаем, да? Поехали.
Я не знаю, есть ли смысл. Нету пока, наверное, смысла никакого. Так, это 3-3 становится. Он хочет вот этого чудика прокачать. Ведь это правильно понимаете, да? Ты ведь именно так хочешь сделать? Скорее всего. Свекла. Кого ты рикошет? Только давай вот этого не рикошеть мне, пожалуйста. Ты, блин, сейчас серьезно вот это сделал? Взял и отрикошетил мне того, кого тебя просил не рикошетить? Ай, друзья мои. Поехали, короче. Так. Давай вот сюда поставим. Ну и сделаем вот так с тобой. Просто хочу посмотреть. Бонг Чой. Рикошет. Да вот хрен тебе. Держи, как говорится, карман шире, да? Че, погнали, друзья. Так. Блин, сейчас горошины свои зарядит по центру. О, даже как. Я немножко другого ожидал. Ладно, фиг с ним. Так, ребята, делаем, значит, вот таким вот образом. И теперь вот таким. Теперь вот так еще. Нет, 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 нет. Ай, как я все в голову не возьму, ребята, что у него есть вот этот вот. Почему защита не сработала, блин? Вот объясни мне, почему не сработала защита? Давай-ка вот так вот с тобой сыграем. За бесячество. Надоело на одном и том же играть. Взял три удара, свекольная гнида, а? Начинаешь за кого-то другого играть, начинает тебе давать высокие ранги. С какого перепуга, я не знаю. Ладно, попробуем. Поехали. Тут у нас Бонг Чой. Тут еще хлыщ. О, как он делает. На тебе. Чем будет прокачка заниматься? Мне кажется, вряд ли. Пропускаем ход. Даже так? Окей. Погнали. Ты смотри, что делает. Ну, уничтожил мне надгробие, ребят. Надеюсь, у него больше нету. Еще одно проверка, ребята, проверочка. Прикинь, сейчас еще уничтожит. Ха-ха. Не поносток золотуха, не уязвимку вешает.
Так, а мы сделаем с тобой вот так вот. Бесячество поставим. Да куда ты, блин, поставил бесед на этих дебильных? Ну что это? Ну что это, ребят? Ну что за фигня, блин? Ё-моё, я офигеваю просто. Я просто офигеваю. Чё мы тут вытворяем? Прокачивает свою морковь. О, даже как, да? Ладно, мы ныкаемся, короче. А, нет, мы не ныкаемся. Я думал, что мы ныкаемся. Ага, не тут-то было. Да и кого мне тут ныкать, блин? Мне некого ныкать здесь. Как он заколебал, а? Как он заколебал. У него 8 хп. Давай я тогда сделаю, наверное, вот так вот. И что дальше? И вот так. Вот пропустим ход. А вот скажи мне, вот что я сейчас сделал? Я сейчас такой фигней, ребята, прострадал. Да. Ладно. Пошли, короче, проигрыши. Начинается, короче. За одного не получается, за другого. Ну, будем пытаться искать кого-то другого, ребят. Пока не получится. Супермозг выходит. Или сейчас опять перейду на свою картошку и всех разнесу. Они дождутся. Но мне просто хотелось сыграть за зомби. Почему ранги мне дают завышенные? Объясните мне, пожалуйста, а? Почему не на равных хотя бы? Чё за бредотня? Блин. Трындец, не понос, так я тебе говорю, золотуха. Началось, короче. Да знаем мы, ребята, эту команду. Грибников чертовых. Ну и что вот мне тут сделать? Да я ничего не могу сделать. Сейчас будут свои эти ландшафты ставить и тому подобное. Случай, который стоит на один дороже. Вот эту будем вызывать с тобой в следующий раз. Я только надеюсь, что у него нет могилоеда, и все. Видишь, вызывает свои справики эти фиговые. И сейчас еще влупят нам здесь. Спасибо. Поехали. Еще лучше. Еще лучше, блин. Давай сюда, влупляй, короче, им. А что мне это даст, ребята? Да ничего. Меня сейчас разнесут, вот и все. В атаку идет Зимех. У меня просто уже нет слов. Нет слов, нет терпения, нет нервов лишних. Ну что, поиск... Короче, ребят, пока у нас тут поиск соперника идет. Я выбираю картошку. Картошка, иди сюда. Но опять же, не факт, что здесь, ребят, не будет зомбарей, которые меня здесь порвут. Да еб... Это что, блин, я не понимаю. День сговора, что ли? Взяли против меня великану сопоставили. Зашли. Лучше не придумаешь, ребят. Лучше ничего и быть не могло.
Хотя, опять же, что за великан? Может, лашпен какой-то играет за него? Давай смотреть, короче. Что у меня там? Только третий ход? Есть. Ну, кактус появился. Давай я кактус поставлю сюда, к примеру. Он очень подойдет под ягоду, кстати. Так, все вытянутые карты становятся на один дешевле. Ну разве это не имба, ребята, а? Делает заморозку. Так, что он там? Надгробие, да мне плевать, если честно. Пускай что хочет, то и делает. Погнали. Кто там у тебя? Ага. Естественно, ребята, карты, которые он вытягивает, они стоят дешевле. Еще раз говорю. Этот накидывает, накидывает, настакивает. Еще прокачается, и мы с тобой его... Окей. Так, шипастая лужайка. Вот так вот даже, да? Сделаем тогда с тобой вот таким вот образом. И вот так. Ну и что ты там? Что? Ага. Сменил, да, так сказать? Так, виноградина сможешь же подбить? Я не помню. Тут-тут-тут, давай проверим. Может, да? Отлично. Ага, вот он как. И кого же ты заморозил все-таки ягоду, да, мне? Ладно. Понеслась. Так, что дальше-то? Этого мы с тобой подобьем. Это, в принципе, не проблема. Сундук. О, даже Гаргантюа хочет вызывать, что ли? Так, ну что, поехали. Подожди, наверное, лучше вот так вот сделать. Минус. И вот так вот. Просто не знаю, кто здесь, ребят, у него. Ага, вот как. Две энергии и того. Так, у нас с тобой защита здесь работает. Что он там делает-то все? Давай вот так вот сделаем. Все. Повезло, друзья мои, повезло очень крупно. Ладно, поехали дальше. Картошка пока рулит. Блин, почему мне так сложно стало играть за зомби, а, ребят? Не знаю. Раньше мне зомби всегда нравились, но почему-то сейчас вот сложно мне за них играть. Кстати, заразительная сальца, 20-й ранг. Радоваться рано. Блин, конечно, хочется ставить, но давай поменяем. О! Так, мина, цветочек, плюс фонарь, ландшафтный, естественно, фонарь и груша. Заразительная сальца, если на своих танцорах, мне, конечно, нужно будет здесь могилоеды. Желательно побольше, потому что вот что он делает. Допустим.
Какой у него план, пока не знаю. Могилоид есть, уже хорошо, ребят. Пропускаем ход. Так, грибок. Что-то странное. Давай груши поставим сюда. Интересно. А вот могилоед. Он бы, конечно, хорошо бы мне пригодился. Че он там тянет? Я не понимаю, что он там хочет сделать. Вот, ей-богу, тебе говорю, я не знаю, что у него там в планах. Если я выставлю крокодила, давай я вот так тогда сделаю. А, уничтожает случайное. О, спасибо тебе, бро. Вот это ты мне удружил. Вот это ты мне, блин, удружил. Сейчас очень хорошо. О, смотри-ка, что у нас тут есть с тобой. Нет, парень, не прокатит такой вариант. Сомневаюсь, что и это даже прокатит. Ага. Тут тоже уберите, пожалуйста. Поехали. Так, ну что, 9 в лицо. Ну, грубо говоря, ребят, тут почти победа. Я бы даже сказал, уже победа, все. Почему? Ну смотри, сейчас мы с тобой выстреливаем ягодой в 2 в лицо. Даже если у него сработает вдруг защита, груша пробивает. Понимаешь, да, о чем я? Но он что-то там задумался. Он, возможно, он уже свернул удочки и сказал, да идите вы в баню, и ушел. Психанул. В принципе, я тоже очень, ребята, часто психую, особенно вот... Когда хочешь пойти в следующий ранг, и тебя просто не пускают туда. Угу, все-таки он вот так сделал, ребят. Ну что же, поехали, проверим. Мою... Да. Он уже догадался. Ну что, друзья мои, пока вроде бы нормуль. Но нам еще с тобой нужно 3 победы подряд сделать, для того, чтобы получить следующий ранг. Кто там нам выпадет сейчас? 19-й. Но у него уже корона есть, да? Это говорит о том, что он участвовал в 40-й лиге. Блин, ко всему прочему, это еще и разгром. Ой-ой-ой. Ладно, давай. Черника, конечно, хорошо, ребят. Но если у него есть валун, вдруг. А он у него 100% должен быть. И кактус... Скорее всего, он раздавит, поэтому я пока пропущу ход. Угу. Вот смотри, что он начинает делать. А я поставлю сюда вот кактус. Просто посмотрим, кто у него. Сумоист. Ну что, он к себе что ли его подтянет? Это будет глупо. Поехали. То есть ты хочешь сказать, что у тебя спортивная колода? Обычно у меня так начинается. Давай посмотрим, есть ли у него... Так, тренер стоит 4 энергии, да? Привет снова, привет. Ах ты, что же он, ребята, делает? Безумие делает. Ну что, будем наказывать тогда? Погоди-ка, или лучше нам сделать, знаешь, что с тобой? Блин, уничтожит он мне крахмал этот. 100% тебе говорю, что он его уничтожит. А вдруг не уничтожит? Давай проверим.
Все-таки валун у него был. Кактус он не стал трогать, да? Уничтожил мне крахмал. Все, я тебя понял прекрасно. Один шар потратил. Проверим, значит, с тобой на чем. Что он там делает? Одни ландшафты нахапал. Так, ну что, минка у нас есть. Это хорошо, ребята. Даже вот так вот он хочет сделать. Неужели у тебя там сумоист? На всякий случай, ребят, поставим здесь. И поставим собачку вот сюда. Кто там у тебя? О, как. Отодвинул, да, песика? Окей. Ну что, понеслась? Блин, это издевательство. Он делает защиту, друзья. Так. Еще и 4 в лицо мы получим, что ли? Несправедливо это было. Виноградина нам в помощь. Так, смотри, ничего не стал делать. Отлично. Поехали. Ну, смотрим. Что там? Вот как. И восстанавливает 6 единиц здоровья себе. 16 хп, да? Против моих 5. Йети. Йети, ребята, йети, да-да-да. Ну что же, я могу только вот так себе позволить. И... Блин, и пожалуй... Пожалуй, вот так вот. Посмотрим. Ага, отодвинет, да? Кого только отодвинет? Мину? Вот так вот. Понял, что он сделал? Интересно, он меня уничтожит или нет? Давай проверим. 5 в лицо, мне как раз 5 хп. А, не получилось, бро, извиняй. Блин, радоваться-то еще рано. Давай могилку, могилку, могилку вызывай. Блин, сейчас же... Ох... Ты жучера, ты прикинь. Офигеть, кто бы мог подумать, ребята. Вот это да. Да он, наверное, на это и рассчитывал, мне кажется. Блин, жалко нет матч-реванша. Я бы сейчас бы как реваншик бы, а, замутил бы. Было бы вообще идеально. Да блин, могилоеды просто слишком поздно появлялись у меня. Вот что я тебе скажу. Слишком поздно появлялись могилоеды. Так бы вообще можно было бы разрулить тут в сухую его. Этот сейчас тоже со своими... Что у него там обычно, ребята? Кровожадность. Что у него еще может быть? Конечно, кровожадность. Ландшафты 100% будет менять. Что-то ждет, все терпит, сусолит, непонятно чего. Вот, я тебе об этом говорил. Только мне здесь даже сделать нечего. Вот так я могу только сделать. Ага, на сушу перевел. Отлично, ребята, перевел его на сушу. Так оно будет получше. Хотя у него фиг знает, сколько этих голодранцев там стоит. Орех. Поехали. Вот сделаем так. Да и все пока. Просто орех. Ага, нахапал карт. Блин, у меня 2 могилоеда. Дурались с кукушкой, да? Пошел отсюда прочь. Кукушечник тоже мне тут нашелся.
Блин, ну ананас-то мне нафига. Давай вот так вот сделаем. Все, погнали. Че, он сейчас сделает эту, наверное, да? Кровожадность. Интересно. Только не говори, что у тебя зомби именно сюда упадет. Нет, слава богу. Тю, на тебе в бубен. Ага, ага. Иди отсюда, ядрени фени. Раздражаешь меня. Вот что у него там. Вот что у него там было, ребята. Так, защита сработает так, я понимаю. Что сделаем? Что сделаем-то с тобой? Угу. А вот что мы с тобой сделаем. Давай, прокачивай их. И вот так еще. Так, разыгрывает, да? Вытягивает зомби. Вот это плохо, ребята. Да, блин, ты заколебал, а? Вот это плохо. Сундук. Кто тут у тебя, я не понял. О, даже как. Ну что, друзья мои. Естественно, сюда пойдет мина. Понятное дело, да? Так. Сюда мы с тобой сделаем. Вот так вот. Так, что, пока все? Превращает на одну карту дороже. Ну давай, кто там у тебя? Ясно. Будем знать. Бонусная атака. Ребят, что, неужели... Так, у нас с тобой защита сработает, ведь так, я понимаю, да? Окей, ребята. Убираем вот отсюда. Я знаю, что он его сейчас обратно поставит. Может быть, а может быть не поставит, фиг его знает. Так, давай еще. Итого 8. Уточку поставил. Раз, два. Это если по два, это будет 4. 4 урона, да? Ныкает, что ли? Так этот же потеряет кровожадность у тебя. Лопух ты этакий. Вот это ты зря, наверное, сделал. Хотя, кто тебе знает, зря ты это сделал, не зря. Так, ну что, ребята? 4-4-4, блин, 12 нужно. Ладно, фиг с тобой. Сделаем так. И сделаем вот так. Плюс мы с тобой уничтожим вот это вот
надгробие. Интересно. Сейчас уничтожит вот этот вот орех. Да, друзья мои. Ну как это назвать, а? Удача или везение, я не знаю. Ну как можно было вот здесь вот профукать ему? И ты видел в конце, ему как повезло. У него уже там карт не было, нахапал в конце карты вот эти вот. Сегодня, видимо, нам не судьба перейти с тобой в следующий ранг. Нафига я взял вот это, я даже не успел ничего поменять. Не судьба нам перейти в ранг следующий. Сегодня именно. Ну фиг с ним, поиграли и поиграли. Почему-то, когда я за кадром играю, у меня все идет идеально. Все у меня получается, все великолепно. Побеждаю и в ус не дую. Как я только начинаю делать съемку, да? Мне как назло выставляет фиг знает каких... Фиг знает кого, блин, понимаешь, что дело? Интересно. Так, он поставил ландшафт и что думает, что все... А, вот так он даже делает. Интересненько получается. На энергии. Спортивная колода, что ли? Серьезно? Да ну. Хотя, скорее всего, да, ребята, это спортивная колода. Так, где там? Сейчас тренера если поставит, то это спортивная колода, ребят. Как пить дать, это именно она. Так, ладно, вызываем орех. Будет сейчас защищать своего? Нет, не стал даже. Странно как-то. Но он этого гаденыша прокачивает. Ох ты. Давай вот так вот сделаю. Поехали. А у нас атака это здоровье. Блин, я тогда получается сфейлю сейчас. Глупо, конечно, здесь было сделано. Глупо. Так, ну что? Кто у него там может быть? Не знаю, ребята, давай проверим. Сумоист, наверное? Точно. Сюда поставим орех тогда. Чё, теперь вызываем кукурузу? Блин, кукурузу мы еще не вызовем с тобой. Ё-моё. Но где мои, блин, ананасовые бомбы? Где вообще у меня все? Вот объясни мне, пожалуйста, где это все? Этого всего нету. Понимаешь, этого всего нету. Его сейчас что, сюда, что ли, перекинет? Окей. Так, погибает, да? Заскулил. Я не знаю, у меня только вот так вот, ребята, остается, что сделать. Больше я не знаю, что. Два или меньше уничтожает. И шаманство. Вот так вот.
Так, защитушка, спасибо. Так, ну что, этого уничтожаем с тобой? Вот у нас что есть, ребята. Гриб. Этот гриб нам в помощь. Так, допустим. А чё же он ничего не стал делать, а? Нет, начинает за свою, а? Блин, все равно он перетягивает. Я ведь могу все-таки вот сюда его поставить. Только не говори, что у тебя там опять есть уничтожение. Опа. Опа, и кто там? Понятно, это хорошо. Хорошо, ребят, что выпал вот этот вот. Нифига он тут хотел что натворить. Ты понял? В чем вся приколюха, ребята, была? Он хотел сделать тут огромных гаргантюашек мне. То есть все заставить и превратить их. Да, это мы с тобой круто успели использовать этот гриб взрывной. Опа, опа, опа. Иди сюда, парень. Правильно. Только здесь мы еще сделаем с тобой вот так вот. Я думаю, никто не будет против, да? Надеюсь, у него нету изменить ландшафт. Не хотелось бы сейчас, конечно, тут. Так, если даже, предположим, у него будут сумоисты, они у него наверняка будут. Тумс. О, орех. Куда мы его... Да ты заколебал ты со своими спортсменами. Защитника поставил, да? Еще и вот так вот сделал. Еще и вот так сделал, да? Хорошо, поставим вот сюда орех. Ага, перетянул. Окей. Тогда мы делаем и еще орех. Арахис. И арахис вот сюда. Поехали. Бонус на атаку. Вот. Тратится. Отлично. Угу. Крахмал. Поставим крахмальчик вот сюда. Он все не угомонится, нахапал, да? Нахапал карт, ребята. Шаманство двух способностей. О, даже как. Хорошо, что он попал, кстати, сюда. Сейчас мы его, ребята, просто разнесем здесь. Не надо только вот этого вот. Фух, спасибочки. Да, ребята, сейчас будет интересно. Все, доигрался. Так, получи. Ой, великолепно как, а. Опять ты со своим этим, да? Иди сюда. Ага, он на это и рассчитывал, получается. Эх, ладно, друзья мои.
Блин, невыгодно нам ставить туда мину. Мы сделаем с тобой, знаешь как? Вот так вот. И плюс. Он же не должен пробить, по идее. Да, он пробить не должен. И... и никак пока. Пока больше никак, ребят. Так, смотрим. Угу. Минус. Так, это тоже минус. И мы еще берем карту с тобой. Виноград. Ох, ё. Смотри. Мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Еще и вот так. Так, минус. Тут, понятно, защита срабатывает. Что там у него, я не знаю, ребята. Вот так даже делает. Ладно, уничтожил. Ну, не уничтожил, лишил атаки. Или что там, да, атаки. Черничка. Да, друзья мои. Блин, ну это, конечно, поединок был хороший. Какие-то долгие бои у нас происходят. Ну, 31 ранг. Да, и мы только с тобой опять набираем. И это, ребята, можно до бесконечности туда-сюда. В общем, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим. Можно сказать, что бои были по фану. Хотя, на самом деле, я хотел получить ранг. Но, видишь, все пошло как-то не так. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.